Псковская областная федерация смешанных боевых единоборств провела два боя в рамках отборочного тура на чемпионат России 2013 года. Соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе Великолукской академии физкультуры и спорта. Первый бой состоялся в весовой категории до 77 килограммов. Оба спортсмена представляли великие луки. Это Магомед Тагир Хайбулаев, кандидат в мастера спорта по боевому самбо и вольной борьбе, и Адина Кабиров, кандидат в мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою, который во втором раунде болевым приемом победил соперника. Второй бой также представляли спортсмены из великих лук, но в более тяжелой весовой категории до 93 килограммов. Кандидат в мастера спорта по кудо и мастер спорта по ушу Саньда Арсен Юсупов выиграл в первом раунде у кандидата в мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою Игоря Камлюкова. Бои прошли на высоком уровне. В составе квалифицированной судейской коллегии главный судья Андрей Ткаченко, вице-президент областной федерации смешанных боевых единоборств, главный секретарь Виталий Романов, арбитр на ринге Руслан Гайнулов. Президент федерации Аркадий Мурулев отметил, что данное мероприятие – это первый шаг к развитию и популяризации смешанных боевых единоборств в Псковской области как вида спорта. Эти бои проведены на хорошем уровне, участники показали красивую борьбу, а зрители получили массу впечатлений. Турниры по этому виду спорта будут проводиться и дальше, ведь впереди чемпионат области и Северо-Западного федерального округа.